себя позициях. Например, он играл левого защитника, Рубин тогда пропустил. Затем он выходит на интересная история. Я думаю, что Сергею Симаку нужно будет задать этот вопрос. А пока великолепный прием Хвичи. Какой же матч Хвичи без... Piłkarze Ajaxu. Zieliński na luzie, Kwaratskhelia na luzie, także założył siatkę przeciwnikowi. To może być żółta kartka, bo to jest faul taktyczny. Васхелия есть на офсайд Осимен, Джорджиану ține bine de minge, conștient că... Общая разница мячей, главное. Хвича уходит от Андруциуса. Защитник Олимпиакоса хватает Кварацхелию за футболку, и это штрафной. И тут же исправляется Рубин. Кварацхелия забирает мяч. Ушел от одного бразильца, ушел от колумбийца, от второго бразильца. Впереди него Чистяков. Кварацхелия смещается в центр. Здорово. Кварацхелия. Домингеа pe lângă Trent Alexander-Arnold. Încearcă să-l depășească în viteză și pe Joe Gomez. Și gol! Giovanni Simeone! Начинают свою атаку казанцы. Скидка Игнатьева на Хвичу. Тот пробрасывает мяч мимо Баринова и рвется к штрафной. Jednak opanował piłkę Kwaratskhelia, znowu dwóch piłkarzy, ale Gruzin ma szybkość. Kwaratskhelia mija sobie jak tyczki przeciwników. Kwaratskhelia, jeszcze szansa. Zieliński zablokowany to uderzenie Lozano. I u nich очередной szans dla kontrataki. Udzierżał mięś Kwaratskhelia, on очень хочет отдать кому-нибудь, но не получается, накрывают. Napoli în partidă, Lobotka. Kvaratskhelia din nou își eliberează dreptul, mișcă pe stângul. Kvaratskhelia! 3-0 Napoli, dublă pentru georgianul Gvicea Kvaratskhelia. Napoletanii au luat câteva lecții de cum se... С огнем играет, конечно. Правда, можно попробовать контратаку провести. По-моему, здесь нарушение правил. Тимофеев нарушает правила, сбивая Кварацхелию. Первая желтая карточка в этом матче. Вадим... Быстрой атаки здесь не получится. Хвича. Хвича слева. Хороший навес на дальнюю, но в направлении кого? Организовать не получилось. Друга не поняли. Андрус сделал пас в ноги Масурусу. Масурус побежал вперед. И вот уже Хвича Кварацхелия. Накручивает одного, второго. Штрафной. Что, только вышли разминаться. Что-то происходит в штрафной. Minge care ar fi trebuit să ajungă la Olivera. Iată-l pe Kvaratskhelia. De această dată...